Вітаю на телеканалі Еверест. Проект «На висоті» – програма про успішних для тих, хто хоче бути такими. В нашій студії вони діляться секретами свого успіху. Сьогоднішній гість народився в Грузії. 1957 році його родина переїхала в Україну в селище міського типу Вороновиця. Закінчив Немирівський будівельний технікум та Одеську академію будівництва та архітектури. В цій сфері він зробив успішну кар'єру – від майстра на будівництві до керуючого трестом «Відниця-Буд». Щороку під його керівництвом зводилось 150 тисяч квадратних метрів житла. Найзнаковіші підприємства області – цукрові заводи, ламповий, хімічний, будівля Вінницької обласної ради. Одружений, має сина та доньку. Сьогодні він – генеральний директор «Вінниця-Буд». Сьогодні у нас в гостях Володимир Гігінішвілі. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, в дитинстві ким ви мріяли бути? Тільки не говоріть, що будівельником. Ну, космонавтом тоді не модно було, що ніхто не знав об этом. Так. Я даже не сложно. Не можу даже вспомнити, ким я хотів бути. Чому ж тоді пішли вчитися саме на будівельника? Мама сказала. Так, а якщо мама сказала, то других варіантів немає. Сьогодні не жалкуєте про такий вибір? Якщо б я обратно вернувся, я, мабуть, точно став би родителем. Грузинське національне телебачення приїде робити про вас фільм. Що це буде за фільм? Ну, это мои друзья, которые приезжали ко мне, это они сказали, что они хотят это делать. Ну, это так еще. Ну, недостаточно точно, и я думаю, что это, наверное, и не нужно делать. Ну, если приедут, я их встречу. То грузинське телебачення знімає про грузинів, які живуть за кордоном, да. І які досягли і стали успішними. Ну, у них є така програма, така передача. Вот. Ну, успішними, это, ну, это как, с какой точки зрения смотри. Угу. Успішний я или не успішний, я ж не... Я считаю, что нормально. Но, сказать, рекламировать себя как успешного человека, наверное, это слишком. Вот, а так, вот я делаю своє діло і я його люблю. Ну, бізнесмени говорять про те, що для того, щоб бути насправді успішним і в фінансовому плані, потрібно займатися тим, що ти насправді робиш. Для вас ось ваш бізнес – це що? Строительство і нічого другого. Я пробував в своїй житті займатися чим-то другим. Не можна сказати, що воно мені зовсім не вийшло, але вийшло не так. Лучше делать одно, делать то, которое ты знаешь. Угу. И тогда оно получится. Часто, коли запитують, де ти живеш, люди відповідають, пояснюють, як добратися, і говорять, ну, в тому будинку чи в котеджу, який збудував Гігінішвілі. Ви розумієте, що насправді за вашим прізвищем, ось цим, це стоїть репутація всієї організації. Когда-то, до 95-6 года, в Віннице була одна строїтельна організація, яку я возглавляв, називалася вона Вінницький строїтельно-монтажний трест «Вінниця-строй». І ми строїли 90% всього жилья, 100% всієї промисловості Вінницької області. Тому це, мабуть, з цим зв'язано. Ви відчуваєте відповідальність, коли будуєте, що потім те, що ви збудували… Ну, це определено професією. От, за мою трудовую деятельность, она мне уже скоро, так сказать, под 50 лет подходит. У нас ни один дом не развалился и не упал. Вот, хотя, ну, наверное, какие-то упреки были и по качеству. Там, вы знаете, что когда заселяется дом, из 100 человек, которые заселяют, ну, будут разные думки. 70 точно недовольны. В те времена, когда квартиры давали, там, давали бесплатно, все 100 были довольны. А сегодня это намного сложнее. Сегодня удовлетворить наших жильцов это намного сложнее. А как догодить? У нас конкуренция есть, я считаю, здоровая конкуренция среди наших бывших, так сказать, моих коллег. Мы стараемся сейчас только качество. Даже, вы знаете, вот некоторое время, там сказать, год-два, это была цена очень важна. Когда дешевая цена, и люди в первую очередь смотрели на цену. Зараз сегодня, дивляться на якість. Сьогодні смотрять на ціну, звісно, але і смотрять на качество. І тому от в цьому ми себе знаходимо. Сказати, у нас прийшли нові молоді ребята, які в цьому плані бачать перспективу. Ми робимо нові технології, применяємо нові для того, щоб чоловік
который покупает у нас квартиру, что он пришел и он меньше тратил деньги на переделки и меньше нас, так сказать, проклинал. Тихонько и громко тоже. В Україні вважається будівельний бізнес не лише в Україні дуже вигідною справою. І експерти, наприклад, говорять аналітики, що насправді ціни на нерухомість завищені, і забудовники отримують надприбутки. Що ви можете сказати про це? Ну, во-первых, для того, щоб робити такий аналіз, люди говорять, це у нас прийнято так. Ну, от ми продаємо квадратний метр жилья від 6,5 до 8. Тысяч гривен за квадратный метр, так усредненное жилье. Такое же жилье в Киеве продают по 15, по 20 тысяч. Вот кого из нас взять в этот критерий оценки? Нас или киевских строителей, почему у них? Ведь законы экономики отменить в принципе нельзя. Также, если есть спрос, естественно, будет цена. Уменьшится спрос, вот сейчас спрос уменьшился, хотя цены на строительные материалы очень поднялись, а цена на жилье не поднялась. Она поднялась там, ну, с колебанием курса доллара там, на каких-то там 10-12%, но не в 30-40-50%, как поднялись стоимость материалов. Вот, ну, а то, что этот бизнес ну, успешный, и я считаю, только потому, понимаете, человек хочет всегда кушать, и хочет жить. Потому это вечно. Человек будет кушать, ему нужно где-то жить. Все остальное меняется. Меняются моды на машины, меняются на цвета, на одежду. Она жить и кушать хочется всегда. Потому он успешный. Ви будували дуже багато і таких знакових споруд і в Вінниці, і в області. Для вас найбільш який об'єкт запам'ятався? Я вважаю, що знакові об'єкти – це об'єкти промислові, це великі об'єкти. Я же говорю, что мы строили 100% промышленности в области, которая построена нашим трестом. Это и сахарные заводы, и химия, и ламповые, и агрегатные. Это все строило предприятие. Ну, если из общественных, то вот здание обкома партии. Меня 4 раза из партии исключали. Так, но вы збудували для них будинок. Домучили мы его, но выгоняли нас очень. В той момент, коли будували? Да, конечно. Ну, за каждое нарушение, там, за несвоевременно сделанную работу. Знаете, если это возможно, такую были, я вам расскажу. Значит, к нам приехали французы, строители. Это был 89-й год. Мы как раз строили это здание обкома партии. Ну, и мы повезли, значит, показать наши объекты. И повезли их на рынок центральный. Угу. Ну, они зашли, мы уже его заканчивали, посмотрели, там такая зеленая плитка у нас была. Они говорят, что это у вас за архитекторы такие, что они такую зеленую плитку придумали. Угу. Ну, мы не могли тогда объяснить, что какая была, такую мы постелили. Я говорю, ну, он говорит, плохие у вас архитекторы, так. В общем, я такой расстроенный был, что не мог им ничего показать. Потом повезли мы их на здание обкома партии. Они зашли и посмотрели, говорят, да, вот тут. Качество, тут мрамор, гранит. Я говорю, потому что тот заказчик, у него денег нету, а здесь вот нам платят, потому ну, у нас тоже такая проблема бывает. Я не мог объяснить, что и там не платили, и там не платили. Только с партии исключали все время. Грозились. Коли ви їздите за кордон, вам цікаво подивитися, як там будують? Да, я куда бы я ни ездил, не ездил, я всегда бываю на стройках. Так. И это очень помогает. Переймати досвід да, у них. Да. Сьогодні має, так сказати, інтернет і телекомунікації насправді дуже швидко. Вообще нет проблем, но когда ты вживую видишь, как это делается, мы очень много применяємо вже у себе того, що ми увиділи. Є у вас якась мрія, можливо, що б вам хотілося збудувати у Вінниці? Ну, у меня есть мечта не то, что уже начать будовать в Вінниці, хочу закончить Пироговскую больницу, да. Больше я ничего не хочу. Это стройка уже 17-летняя, вот, а что-то новое начинать, ну, скажу честно, что уже у меня, вот у меня одна мечта. Закончить Пироговскую больницу, сдать ее, чтобы она начала работать и все. И, собственно, мне уже и по времени что-то новое начинать. Есть молодые. От, які будуть починати щось нове, може бути грандіозне.
Ви грузин. Про грузинів кажуть, що вони дуже такі темпераментні, вони швидко запалюються, але й так само швидко заспокоюються. Можна про вас таке сказати, що ви ось 100%, 100% грузин? Ну, я думаю, що це такое, як його, стереотип? Характеристика, да, стереотип. Є, напевно, і запальні, а є спокійні, і це саме. Ну, я завожусь іноді. Очень редко. По крайней мере, пытаюсь себя держать в руках и анализировать. Угу. Вдається? Да. Сейчас с возрастом лучше. Когда был моложе, меньше удавалось. Ну, так должно быть, наверное. Что вас может вывести из рівноваги? Тупость. И когда тупость этого человека, который сам не знает этого. Угу. Что он просто бездарный человек и пытается доказать то, что он умный. Это меня... Все остальное я могу вытерпеть. Даже вытерпеть и неграмотность, и тупость, угу. Но если ты ее не хочешь показать, что ты умный. Угу. Да. Як ви вважаєте, люди, які з вами працюють, вам, їм складно з вами працювати? Ну, это надо спросить у них. Мне кажется, что нет. Я, так сказать, не могу сказать, что я за свою жизнь там кого-то не обидел или каким-то словом, или это самое. Но, по крайней мере, я себя держу в руках и анализирую, стараясь этого не делать. Ну, все бывает в жизни. Угу. Вот. Ну, а это надо, это у них надо спросить. А вы самокритичный? Да. По отношению до себя? Да, да. Это очень важная черта, которую я считаю, что у любого руководителя, вообще у человека должна быть. Надо себя понимать, кто ты есть, чего ты достоин и как себя вести. Если это будет, тогда человек будет... Его будут нормально воспринимать. К сожалению, знаете, время меняется, у нас разные бывают люди сейчас. Угу. Когда человек взлетает где-то и не видит под собой земли, ну это все временно. Ви сказали, що у нас в Вінниці, якщо подивитися на будівельний бізнес, все ж таки здорова конкуренція. Як ви боретеся зі своїми конкурентами? Во-первых, взяли свой сегмент в строительстве жилья. У нас это двух- и однокомнатные квартиры. Мы не строим вообще больше квартир, чем двух- и однокомнатные. То есть это... Потому что на них наибольший попыт. Да, на них наибольший попыт. Вот. И качество. Вот мы сейчас делаем новые штукатурки, новые стяжки под полы. Мы ставим хорошие входные двери. Мы все делаем для того, чтобы человек зашел, заплатив деньги по контракту, зашел в нашу квартиру и больше не таскал туда шпаклевок, не таскал туда цемента, труб, радиаторов, не менял входные двери в квартиру, не менял окна. То есть для того, и люди это понимают. Власний будинок як будували? Довго продумували всі деталі? Нет, моя мама, царство ей небесное, когда умерла, оставила у меня дом, значит, на двоих. Она и ее соседка. Я пришел в ее дом, сделал ремонт. Дом в самому центрі міста, половина дому. Угу. Ну, зараз дуже модно жити за містом, будувати якісь хороми. Це дань моді. Я взагалі цьому мені достатньо. Діти у мене зі мною не живуть, і нам з жіною там 150 квадратних метрів вполне достатньо. У нас є навіть кімната, в яку я не захожу годами. Гостина. Угу. Ваша дружина грузинка? Грузинка, да. Потрібно було одружитися лише на грузинці? Знаєте, коли іноді мені жена, коли ми з нею там, вона говорить, ти взагалі на мене женила такого? Ні, звісно, ні. Вона вчилась тут в медінституті. Вот. Я прийшов, побачив і умер одразу. Так. І женився. Вдома ви готуєте грузинські страви? Ну, вдома готую не я, готую жінка. Да, конечно, и грузинский, и украинский, разные. В свій час ви відкрили ресторан у Папи Карло. Чому? Тому що грузини люблять поїсти смачно. Ну, дело в том, что в том здании, где мы находились, там был ресторан. Ну, ресторан, кафе «Ромашка», то старые венечане помнят этот. Ну, сегодня там ресторан «Тифлис». Чисто такой национальный грузинский ресторан, это было у меня такое желание. Но это не мой ресторан, мое помещение. Угу. Там есть хозяин ресторана, я сдаю помещение.
я говорю, що я займаюся строїтельством. Ресторанним бізнесом, це не мій бізнес, я його не знаю. От. Я просто здаю це поміщення. Но, так сказать, первоначально то, что я хотел, чтобы это был грузинский ресторан, конечно, в этом моя заслуга, что я именно хотел грузинский. Но директор ресторана у нас украинец, венечанин, повара все украинцы. А вот грузины приезжают и говорят 5 баллов. Вы часто можете себе дозволить поехать в Грузию? Ну, когда есть такая возможность, ну, по крайней мере, раз в год я бываю всегда. Ездите на батьківщину, там, где народилися? Да, там, где родился, на могилу отца прихожу обязательно. Ну и кроме того, у меня жена тоже из Грузии, так что... Ну, сейчас уже там все наши, так сказать, родители умерли. Вот, ну, мы ездим на... достаточно часто. Можете допустити, що переїдете жити в Грузію? Нет, наверное. Чому? Ну, у меня тут уже все мои друзья, все мои, даже все мои близкие, которые там жили, они уже тут. Мой брат, жены сестра, ее муж, ее сын. Это вы их переманили? Ну, я, наверное, не переманывал, но учитывая, что я был здесь, как-то, знаете... Ви сказали, що у вас дружина готує, але, можливо, це знову ж таки стереотип, але вважається, що грузинський чоловік обов'язково має вміти готувати, наприклад, з м'яса якісь шашлики. Ну, я вмію готувати, навіть не шашлики. Шашлики – це навіть, що там готувати? Це елементарно, да? Це елементарно. Є такі блюда, які я люблю, але це дуже рідко буває. Угу. Вдохновення мені приходить дуже рідко. Ну, по крайній мірі, мої друзі, я уверен, не потому, что они мои друзья, они говорят, что очень вкусно. Угу. Тобто не просто підхвалюють, да, щоб вам було приємно, да, а насправді, а що можете зготувати ось такої національних страв? Я ж борщ український можу приготувати, ага, теж. Ну, а грузинські блюда, дуже багато, які можу. Дружина вас хвалить? Так, хвалить, но... Щоб носа не задирав? Да, щоб не задирав нос. Ну, это тогда тем более приятно, когда угу, редко хвалят, когда хвалят каждый день. Ты уже звикаешь до этого и не ценишь. Начинается звездная болезнь. Угу. Потому у меня ее нету, благодаря... Вы по своей натуре романтик? Вы сказали, что побачили дружину и просто вмерли и знали, что она, ну, уже будет. Ну, это было одно романтическое, ага, в моей жизни. Все остальное, ага, я не романтик. Я все просчитываю, я продумываю, я никогда не опаздываю. Я никогда, ну, не пытаюсь никого обмануть, не могу. Я такой планирующий человек. Я взлететь вот так вот раз, вдруг, и все, это само, у меня такого не бывает. Угу. Тобто спонтанність це зовсім не ваше? Нет. Ваші діти і донька, зокрема, зараз живе в Америці. Да, син також жив в Америці, так? Да. Дочь моя живе в Майамі. Она окончила Винницкий медуниверситет. Не пошла по вашим стопам? Не. Она пошла по маминым стопам. Ага. Мама наша врач. Вот. Она окончила институт, потом поехала в Америку, защитила там диплом. И вот уже 5 лет работает врачом в Майами, в самом городе. А сын окончил 4-ю школу. Потом тоже уехал в Америку. Окончил университет в Нью-Джерси, факультет бизнеса с отличием. Вернулся, и сейчас у меня первый заместитель. Вы могли жить в Америке? Я так понимаю, что вы неодноразово туда ездили? Ой, очень много раз, и каждая поездка для меня это как казнь, потому что долго стресс? Лететь, так, это раз. Во-вторых, ну, я там себя, ну, чувствую немножко ущербным, потому что, ну, язык я не знаю, и, наверное, уже, ну, так, на бытовом уровне я могу там сказать 2-3 слова. А когда ты языка не знаешь, и, ну, я себя, не, я бы не смог бы там жить. Наверное, потому что тут, знаете, уровень, который был у меня тот, там я никогда бы его уже, так сказать, из-за своего возраста, уже мне поздно это начинать. Тобто щось там досягти? Я б уже не смог бы, а на меньше, наверное, и не хотелось бы. Угу. Вот, потому я это просто не рассматриваю.
Але захотіли, щоб діти навчалися в Америці. Ну, ви знаєте, а разве плохо? От сьогодні мій син окончив університет, і коли він приїхав сюди, він за рік стільки в нашій компанії принес нового і інтересного, который я даже, так сказать, своим опытом, там, 40-летним работы, я даже себе не представлял, что это. Ну, наверное, там образование, оно правильное образование. Я думаю, что ну, мотивация другая там. А не было варианта, что он захотел теж там залишитися? Чи він знав, що він повернеться Нет, і буде працювати з батьком? Ні, він не знав, це був його вибір, і він сам захотів це зробити. Повернутися після Америки в Україну. Я просто я не возражав. Я був рад, тому що у мене родився внук. Так що у мене зараз внук. Здесь, в Вінниці, Вадим Карлович. Да. Ви сказали, що не знаєте англійську мову, а грузинську. Розумієте? Я розумію. Ну, я розмовляю, так сказати, ті, з ким я розмовляю, вони одразу бачать, що я його плохо знаю. Но син у мене отлично розмовляє на грузинському язикі. У нього був, так сказати, репетитор хороший, жена. Тобто, ага, да. А дружина я, гарно знає да, мову. Жена окончила школу там і, собственно. Кажуть, що ви вмієте дуже гарно готувати вино, правда? Що це ваше хобі, що це ваша пристрасть. Да, це у мене хобі з'явилося 7 років тому назад. Так. От, якщо мене спросили 7 років до того, яке у мене хобі, я б не зміг відповісти, тому що, ну, в принципі, я... Робота, мабуть, що да, хобі. Так, от і все, тому що я не рибак, не охотник, хоча я хожу на охоту так погуляти. І це сам, даже от в этом году на охоті мені дали медаль любителя природи, тому що я не стріляю взагалі. Да. Я не граю в карти, я не граю в більярд. А от вино появилось, наверное, это где-то зов предков там. Тобто кров да, все ж таки. Да. И я делаю, я могу сейчас просто начинать, когда я говорю о вине, я могу говорить не в рамках передачи, а годинами. Годинами. Но, во-первых, его пробовать можно. Если приезжают мои друзья в Грузии и говорят, что такое вино, они даже там не пили. Ну, наверное, немножко льстят мне, но, по крайней мере, вино у меня хорошее, натуральное. Ну, кожна господиня, наприклад, знає, що для того, аби вийшов, наприклад, там гарний хліб, потрібно, щоб в будинку була гарна атмосфера, ніколи не робити тісто, коли ти в поганому настрої. Щоб вийшло гарне вино, що потрібно? Є якісь свої секрети? Не знаю, ви знаєте, що у мене просто вийшло перший раз. Угу. От. Ну, в общем, з плохим настроєнням вино не делаю. Во-первых, когда мы делаем вино, это ритуал, это не просто, это собираются друзья, потому что это надо все быстро делать. Мы накрываем стол, мы пьем прошлогоднее вино, давим виноград. Это все интересно, надо сказать, новые технологии применяем, так сказать, современные. Я вот ездил в прошлом году, кстати, с винницкими бизнесменами, так сказать, делегация у нас была, и нас пригласили на праздник вина Брачу. Это место, где делают фанчкару, знаете, знаменитое вино. Вот, и там было-то все виноделы выставляли. Я вам скажу, что я там ходил и на равных, а иногда даже и выше себя чувствовал в знании, как делать вино. Я читаю, у меня есть новое оборудование хорошее. Ну і друзі хвалять. А друзі хвалять, що ви потім їх запрошували. Ну, ви знаєте, це один раз можна. Но, ага. А вже, я вже 7 років, це, ну, треба прийти попробувати. Наскільки часто ось ви можете собі дозволити ось відпочити з друзями, ось такі компанії побути? Ну, я вам скажу, що чим старше я становлюсь, тим більше мені це хочеться. Ага. И довольно часто. Я вам скажу, что я, так сказать, кушать сам вечером не могу. Мне приходят каждый вечер друзья. Каждый вечер? Каждый вечер. И мы общаемся. Друзі, це ті, що були ще, скажімо, за молоду з вами? Чи можливий варіант, що зараз може якась людина стати вашим другом? Так, звісно. І становиться. І дуже багато. А відпочивати де любите? Ну, я за свою жизнь
Був два рази на санаторії. Угу. Все, а більше я. Для мене, допустим, поїздка куди-небудь, це відпочинок. От я недавно там організували поїздку, там, сказати, по Європі. Сели в автобус, там група, і проїхали всю Європу. Причому відпочинок такий, не заангажований якийсь, що треба туди йти, туди. От їхали, захотіли, остановились, тут покушали, там посмотрели замок. От такий для мене пока ще, пока. От, я люблю активний відпочинок такий. Ну, не по горам лазить, но, по крайней мере, сидеть там в санатории, пить воду, мне еще пока это не прельщает. И жариться на солнце, на море я тоже не люблю. У вас немає такого варіанту, що ви, наприклад, там, я буду працювати до такого-то року, а потім все, буду собі відпочивати, віддам все сину, хай ну, він. Ну, ви знаете, що такі мислі, навіть не мислі, а такі висказування у мене є, да. Но я это говорю, там, сказать, в определенное время, когда нужно это сказать, чтобы що, ага. Хоча сам себе ловлю на той мислі, що ні, ні. Ну, все залежить від того, як ти себе будеш чувствувати. І це, поки, знаєте, коли я себе, я говорив, що я себе аналізую, коли я почну говорити бредятину, я пойму, що вже пора уходити, поки я, вроді би, нічого за мною не замечено, поки мені замечання не роблять. Ви любите дорогі брендові речі? Годинники, автомобілі, взуття? Ні, як автомобілі, ставитесь? Ну, я люблю хороші автомобілі, да, это да. Все остальное, знаєте, часи в такое же время показывают и за 100 тысяч, которые за 500 долларов. То же самое, время одинаковое. Машины, ну, во-первых, это было всегда связано с моей работой. Много поездок. И машина – это второе место, где я больше бываю, чем в кабинете. Я люблю надежные, хорошие машины. Не знаю, брендовые. Ну, на Феррари я не езжу, нет. Но на Мерседесе – да. Причем на джипе. Потому что он ездит на стройке. Хорошо. Я зрозуміла. Я дуже вам вдячна за цю розмову. І що б вам хотілося побажати нашим глядачам? Ну, знаете, мы сейчас живем в такое время очень, когда уже, знаете, я только сейчас понял, что всегда, когда вот собираемся друзья, знаете, в Грузии есть тост. Он всегда вторым. Всегда его, это традиционно, всегда говорили за мир. Второй тост за грузинским столом, это или первый, или второй, всегда за мир. Ну, я так немножко скептически к этому относился. А вот сейчас понял, что насколько это важно. Потому что если не будет мира, все остальное просто уже ну, рушится. Я хочу всем пожелать мира в нашей стране, чтобы все это успокоилось. А потом работать, зарабатывать деньги, строить семью, ну и жить подольше.